На следующую информацию просим обратить внимание всех жителей Славянского района. Купание в реке Протоке запрещено. Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах было установлено, что пробы воды, отобранные из реки Протока, не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Во избежание проблем со здоровьем купание в Протоке сейчас категорически запрещено. Запрет будет действовать до установления соответствующего качества воды.